страну. Закружили жизнь мою птицы, небылицы, и остановиться никак вот не могу. Закружили жизнь мою птицы, небылицы, и остановиться никак вот не могу. Свету побродил немало, рокотал немало денег и одежд. Оглянулся я назад, что же мне осталось? Птицы, небылицы на горе надежд. Оглянулся я назад, что же мне осталось? Птицы, небылицы на горе надежд. Время даст нам все ответ, улетая в поднебесье. Это одно и то же, тогда, в принципе, у меня вопрос как бы исчез. А если это как бы не одно и то же, ну, как бы... Смотрите, интеллектуально и духовно, вот смотрите, как я понимаю. Мое отношение к религии, разве это не благодаря моему интеллекту? Насколько я интеллектуально себя развиваю, настолько и понимаю религию. Да, это очень... Бывают люди с низким уровнем интеллекта, но как бы они не убьют, бывает сердце другое. Вот моя бабушка, да, я был случай, когда у нас в городе была одна всему городу известная пьяница, она там вот уже, у нее лицо примерзло, уже лед, знаете, она такая никогда не болела, она же бомжиха была. И вот мы один раз прошли мимо нее вечером, бабушка боялась одна в деревянном доме, и меня брала с собой, я был меньше нее. Она весь вечер о ней говорит, она ее видела и не может уснуть. Говорит, ну как человек там мерзнет? Она религиозна. И я ночью усну, просыпаюсь, смотрю, она пошла, нашла ее. Бомжиху грязную, там, может, и вшивая там. А воды, как это, ванны, всего нет. Это надо дровами растопить было, чтобы нагреть воду. Тазик вот такой большой, алюминиевый, знаете. Она ее туда посадила, раздела, все это кипятит ее одежду, купает эту бомжиху. Русского слова вообще по-русски не знает. Она душой. Сделала, помыла, накормила, все, отдала ей какую-то свою одежду. Ту высушила до утра, все сделала, и утром дала еще продукты и отправила ее. Вот где религия. Она два слова по-русски не знает, она не читала ни одной книги. Вот это религия, я понимаю. Это даже не религия, это как бы сам человек. Душа. Такой, да. Она просто понимает, что вот Бог, да, вот Бог создал ее тоже. Ну, я обделил, может быть. Обделил чем-то, ну как-то обидели ее кто-то, люди довели или кто-то. Может, обманули, квартиру отняли, может что, да? Всякое же. И вот где, там интеллект не нужен, понимаете, да, душа? Вы об этом? У меня поэтому. Вот это нужно. Я вам сказал, можно жить с одним этим. И можно быть счастливым, если ты не намерен входить в другие круги, где ты будешь не гармоничен. Если ты собираешься в селе жить, ты должен, помимо того, еще знать их обычаи, их язык, уважать и так далее, ты должен там быть. Вот сейчас пример приведу. Если человек, сейчас вам такой пример приведу, да? Если человек родился, вот смотрите, что сейчас происходит везде? Человек родился в зеленом, да? Особенно это в религиях происходит. И он считает, только это правильно. Он здесь не жил, он только так слышал о них. Про синих тоже он слышал, про черных слышал. Ну, он всю жизнь здесь, и вокруг него были всегда зеленые люди. И он знает, что зеленое правильно.
А этот всю жизнь жил среди красных. И ему внушили всю, и тамошнюю религию, и тамошние порядки, обычаи, все-все внушили. Он знает, что только красное правильно. Теперь, приехав, зеленый приезжает вот сюда, смотрите, как он заметен. А вот красный приедет, он потеряется. Вот, поэтому, когда приезжает, с гор спускается, как говорится, южанин, в Москву приезжает зеленый цвет, а в Москве, вот, допустим, красный цвет. Куда бы он ни шагнул, сдалека видно, что он зеленый. По одежде, по манерам, по разговору, по всему он себя выдает. Правильно? А теперь смотрите, что я делал. Я добился того, чтобы моя жизнь, моя профессия позволила мне годами прожить в разных цветах, годами. И не просто жить, и ездить, и видеть тысячи людей. Я в день видел по 5000 человек, потому что 2500 на спектакль приходит людей. Меня видят 5000 человек живем в день, да? А в день два спектакля. А теперь смотрите, допустим, Италия. Я 47 городов работал в Италии. Допустим, Венесуэля. Я работал, наверное, около 50-60 городов. У меня все это есть в дневниках. Все. Я любую из этих цифр могу восстановить и по дневникам. И так далее. В каждом новом городишке, в каждом новом этом я сразу, либо там, если у меня машина, на машине, на мотоцикле, на велосипеде, пешком, я всегда первую неделю изучал этот город, окрестности, архитектуру, все-все впитывал, все. И есть много-много городов в мире, где я легко прямо на машине ориентируюсь. Я просто еду вообще далеко, на другом континенте я могу ехать по городу, чувствовать себя. Месяцами жил, потому что... И вот смотрите, я даже составлял список городов, где я ориентируюсь свободно. Там Милан. Сколько получилось? Я не помню, меня отвлекли, я не досчитал, один раз сел считать. Я к чему говорю? Я сделал себе так, чтобы я пожил, не просто съездил как турист на неделю, пожил. Допустим, Венесуэла, полтора года я объездил столько уголков, где дикие вообще племена живут. Мексику взять, Чили взять, Канаду взять. Европу я вообще молчу, там они все одинаковые. Все страны, они развиты одинаковые, там язык только другой. Теперь, и плюс, родившись в мусульманской, как бы, где совсем другие традиции, где все, и поездить по другим, по католическим, по христианским, да просто по. И вот смотрите, в таком случае человек становится, смотрите, вот человек, я так нарисую, сейчас некогда рисовать, красиво, в нем есть синее, в нем есть красное, потому что он впитал, не просто услышал, поехал как турист, а жил, изучал, он даже язык знает, впитал в себя. Вот смотрите, когда в человеке есть вот это все, смотрите, все эти цвета, куда бы он сейчас ни ступил, он везде будет понят, принят, он свой. Он во всем мире будет гармоничен, потому что в нем есть, вот он придет сюда, в нем зеленое есть, сюда в нем и красное есть, и так далее. Я много лет, я не просто там гастролировал, мой рабочий день 5 минут. 5 минут мой рабочий день, 24 часа в сутки я отдан себе. Я добивался много лет, чтобы у меня была такая профессия, где я могу себе позволять все сутки, чтобы они были в моих руках. Поэтому, и почему для меня самый единственный праздник в жизни, это 17 марта, знаете? Вот скоро моя книга выйдет, вы там сами прочтете. Это единственный в жизни мой праздник. Я никогда не отмечал день рождения, никогда не отмечал никакие праздники. У меня вся жизнь. Знаете почему? Потому что в первой половине моей жизни, так возьмем, в первой половине моей жизни не было ни до праздников. А во вторую у меня жизнь настолько вся праздник, я их не замечаю. То есть ни в том случае я не праздную праздники. Так получилось. Только да, разница в том, что здесь черно-белая жизнь, а здесь цветная. Ну, скоро выйдет книга, и даже сама книга так построена, что в ней первая половина, до той даты, там будет даже качество бумаги другое. Поэтому это я над этим уже... И знаете, если статуэтку кто-то будет, там, допустим, вырезать в течение там 3 часов, или же в течение 15 лет, кто лучше вырежет?
каждую волосинку из дерева может вырезать, да? Если он 15 лет на дню. Вот так же и над книгой работаю с 93-го, как идея началась у меня. С 93-го года уже сколько лет? 93-й? 16 лет. 16 лет. Мой органайзер, каждый год я органайзер убираю в архив, и у меня 16 лет. Я чуть какая-то идея, даже где бы я ни был, хоть в ванной лежу, я в ванну никогда не залезу в воду, пока у меня рядом не будет органайзер и ручка лежит. Вдруг я что-то вспомнил. Улетит. По работе, по книге, по кино. Много направлений, и все это должно быть работать, и любая идея должна быть. У нее есть своя полка в компьютере, я вам потом покажу. Так, мы отошли. Теперь, это мы для чего говорили? Для доказательства того, что вот эти три составных ключа, если вы можете без этого обойтись, если вы будете жить в определенном узком кругу. Но вы не сможете в современном мире жить так. Понимаете? Если вы где будете, где, как вы видите свою жизнь? Вы знаете, я ее вижу по-разному. Я не могу сказать, что если я пойду вот так, да, я буду счастлива, да, например, если направо. Если бы у меня было две жизни, я пошла направо, а потом пошла налево, да. А как бы совместить, например, вот, например, если я захочу путешествовать, да, я понимаю, что у меня не будет семьи, да, соответственно. Да. А я хочу и то, и другое. Можно семью. Да, можно. Это же надо искать, чтобы можно было семью. А я думаю, в каждом человеке есть романтика, желание, есть. Единственное, найти. Вот именно изначально вы должны познать человека, который любит, такой же, как вы, любит путешествия. Если вы... Будешь ждать. Да, но я ждать могу по жизни. Если человек любит, он будет ждать. А, тогда вот что, смотрите. А если не любит, значит это и не нужно. А смотрите, вы сейчас, сейчас вы вот так говорите. Вот я вам сейчас маленький только нарисую. Вы вот здесь находитесь. Вы говорите, я хочу направо и налево. Да. А как вы можете направо и налево? Вы одна. Значит, вам надо либо направо, либо налево. Да, выбор. Выбор. Понимаете, я думаю, вот если я пойду направо, например, да, вот, посвящу жизнь только себе, да? Ну, и вдруг ошибусь. Не то, что ошибусь. Когда-то мне захочется, может быть, тепла, да, вот именно семьи. А вдруг я начну жить семьей, да, и, блин, не скучно. И вы все обведена. Да. Так вот, а вы должны взвесить себе на весах. Закрыть глаза и представить, теплая семья, муж, плечо, дети или же пещеры, путешествия, дождь, снег, солнце, радость. Все взвесить и выбрать. Я хочу сказать, что некоторые говорят женщины, что мужчин нет одиноких и что не могут выйти замуж. Вот я не знаю, сколько я работаю со своей идеей, да, ко мне притягивается очень много мужчин. И все холостые, вот все вот, разного возраста. Да. И все вот развитые до невозможности. И у меня, допустим, ощущение, что женщин нет, правда, сейчас, слава богу, сидят. А одни мужчины, а деваться некуда от них. Вот. Да. То есть это все зависит от того, где ты находишься, что ты выбрала. Да, если ты выбрала что-то такое интересное, то вокруг и сама станешь интересной, извини, то вокруг тебя и будут и мужчины интересные. Много. А, у меня много есть об этом формула, теория. Сейчас просто сама мы это дожуем. Сначала развивать себя. Смотрите, да, есть очень много. Вот насчет одиночества, насчет всего, насчет семьи, все, все есть. Это просто мы сейчас эту тему должны как бы... Идем до него. Да. Поэтому мы все не сможем охватить. Три составные. Что, давайте я вам на собственном примере скажу, что они дают. Помните, король не может быть счастливым, да? Так вот, вы хоть будете олигарх, больной, нездоровый, вы все равно никогда, вы всю жизнь будете, будучи олигархом, завидовать вот этому человеку, который... Все равно будете завидовать. Потому что у вас далеко это не так, как у него. Он меньше будет завидовать вам, у него меньше повода. Он не олигарх, зато он физический. Вот. Также интеллектуал. Я вам рассказывал, наверное, когда я пригласил к себе домой, специально пригласил вот этих, на мерседесах подъехали, а этот у меня уже на кухне сидел, они его не заметили. Интеллектуальный, очень умный, но у него не было вот этих двух. Он был только умный очень. А этот красавец попозже подъехал. Его увидят сразу, вау, красавец такой он. И что?
Я наблюдаю. Я наблюдаю, что будет. А я снимал квартиру, это был 97-й год, на Петровско-Разумовской. Вот смотрите, эти зашли, им кажется, весь мир у них в руках, они состоявшиеся люди, они, на самом деле, они никто. Это Мерседес крутой, который там стоит у дома. Он крутой. Ну ты-то не крутой, который в нем сидишь. Это не ты, это около тебя что-то крутое. Ты имеешь право в него сесть, крутое, но ты не станешь крутым, сев туда. Ты не есть крутой. Но они думают, это они крутые. И поэтому, когда из кухни вышел вот этот, а у него колени торчат, там дырка, вот самый такой, с пакетом понятным, вот, такой, знаете, ну, ума у него было, я говорю, а вот он игнорировал вот эти. И как-то он, ему ни денег, ничего не надо, он не физически, он чисто живет своим узким знанием. Мне очень интересно с ним было общаться, поэтому он был у меня в гостях. И смотрите, эти смотрят на него, когда он опять на кухню зашел, слушай, что у тебя за, что за какие-то у тебя, что за люди у тебя? Вы понимаете, говорит, там он не могут, не примут они его. Так они его не воспримут серьезно, ни его слова, ничего, потому что он так одет, так выглядит. Этот только рот открыл, все. Знаете, закончилось. Я постоянно надоедал ему, говорит, не матерись, неудобно. Не, не, а он не может не материться, он настолько не работал над этим своим, что элементарно речь свою контролировать не может. А что он может в жизни добиться, если он нулевой точки не может? Проконтролируй речь свою. Ведь речь – показатель твоей души. Если ты же произносишь то, что ты видишь, значит, ты так видишь, раз ты вот так вот. И когда на первый взгляд его увидит девушка, скажет, ой, какой красавец, как только рот откроет, он сразу вот с этой планки 100-бально, он упадет до 20 в ее глазах. И на второй же день она уже не встретится с ним никогда, потому что он просто вот... И грош цена физическому, телу, это только форма, а внутри внутренность вот пустая. Поэтому... Если мы собирались бы жить не в этом обществе, я бы мог это вычеркнуть материально. Но ни твоих слов, ни тебя никто не воспримет в этом обществе. Только поэтому для хотящих жить в этом обществе, я для них это имею в виду. Имейте в виду, что можно без чего-то из них жить и быть счастливым. У меня есть вот, тетя Месаду муж, вот, знает, наверное, племянница, муж моей тети. Он дальше своего села, может быть, выезжал в соседний город, 30 километров, может быть, это мой рекорд. Он всю жизнь прожил в селе, я его помню, в одном пиджаке, лет 20, я помню, даже этот пиджак не менялся. Он просто его одевает, стандартно встает в 4 утра, все спимешь, он встает, уже копошится там, за коровами там уберет, их выгонит туда, навоз вывезет там куда-то. Что-то сделал, он стандартно, изо дня в день у него вся жизнь. Вот сегодняшний день, это через 30 лет будет точно такой же день. Он встанет. Помните про книгу? Вот если человек сможет так жить, если сумеет, будет счастлив и не хотеть. Вот курица рождается в инкубаторе в клетке, она никогда не увидит ветер, трава, солнце, дождь, радость. Она ничего не увидит, она в клетке, она в помещении. Она родилась, выросла, ее там этот идет конвейером, еда. И вода. Она ее там клюет через клеточку, потом ее зарежут. Все, вся ее жизнь вот она. Она не увидит того, что увидит орел. Если ты сможешь так жить, не познав свободы, не познав всего, то, пожалуйста, ты можешь без этого трех жить. То есть, понимаешь? Да. Но ты же не хочешь так жить, как курица в инкубаторе, которая небо не увидит, солнце не увидит, ничего. Ее кормят, поют, потом зарежут. И пользуются ее яйцами. Понимаете? То есть вы бы сюда не пришли, если бы хотели так жить. Значит, уже факт, что это необходимо. Теперь, ну, разобрали, да? Вот теперь, почему? Видите, как вот эти все три нужны, опять-таки, любой из вас хочет быть реализованный, востребованный, здоровый. Свободный, независимый, обеспеченный. Видите, все сюда входит. Вот сюда все входит. Поэтому без одного из них мы эту дверь не откроем.
курица в клетке родилась, выросла, умерла, она думала, она жизнь прожила. Ну и слава богу, что она не знала. А то приедет орел, прилетит в инкубатор, зайдет туда, и курица будет рассказывать. Знаешь, какая красота, когда паришь над горами. А что это такое горы? Он даже горы не знает, что она курица. Потому что она в клетке родилась, в клетке живет, не зная, и она счастлива. А этот пришел, рассказал все, и она теперь сидит, вот бы полетать. Вот, видите, наши все желания откуда? Мы в Москве живем, кто-то проехал на крутой машине. Вот бы я хотела там блондинка в очках на кабриолете. Хотела бы же. Вот кто не хотел? Нет, почему вы так говорите? Ну никто же не знает, какая судьба у блондинки на кабриолете в очках, правильно? Может, какой она несчастный человек? Я понял. Но вы-то себя знаете, я имею в виду, будучи вами, вы плюс иметь вот это, вы же хотели. Хотела бы 25 лет девушка, да, на кабриолете. Судьбу же человека не знает. Естественно, она может быть несчастной. Может кто-то проходить, да, например, ездить на метро, и очень счастлив. Вот про это я говорю, что... Вот про это я и говорю, что он не знает, но опять-таки у него было, не было соблазна вокруг. Он выходит на улицу, сельчанин, здравствуйте, там как, да вот, все одно и то же. Он сколько лет, 70 прожил, он прекрасно знает селя, каждое имя, он знает, любого назови там через все село, самый последний дом назови, он скажет, да, этот сын вот этого, да? Он здесь как рыба в воде. Ну стоит, вот он приехал бы в Москву, он бы даже у милиционера спросить толком не смог бы, даже назвать, он вообще не заканчивал. То есть, ну он же прекрасно прожил, я вам об этом говорю. Вы согласны жить в одном узком кругу? Вы намерены жить? Нет, скучно станет, вот, я об этом и говорю, что, вы понимаете? Понял. Это для тех, кто намерен во всем мире быть гармоничным. В Москве, в любом кругу, в обществе, везде. Если ты хочешь усузить свой круг, общение, круга вообще жизненное, то можешь стереть что-то из них. Опять-таки от намерений зависит. Но это не значит, что ты не можешь несчастливым, да? Да. Но тебе придется, смотри, сузив это, ты сразу попадаешь в меньшее число красок. Еще это, еще в меньшее. Это, и ты только в одном должен находиться. И чем больше ты намерена в кругах быть, понятой, принятой и так далее, тем... Вот давайте так. Сейчас 60-50-летняя женщина, ростом с меня, огромная, придет на дискотеку, где малолетки все, и начнет там. Разве не будут пальцем показывать на ней? Да, будут. Почему? Просто есть женщины 60-летние, которым как-то, знаете, все равно будет. Она будет в удовольствие получше уйдет. Ну, почему? А есть, которые будут комплексовать, да? Потому что она не соответствует. Ну, скажут, вроде малолетки кругом, а тут пришла такая 50-летняя женщина и начала беситься, брейк-данс там еще что-то показывает. Ну, будет смеяться, да, ей будет хорошо, но... Да. Если она не будет как бы на этом зацикливаться, расслабилась, отдохнула, что? Да. Нет, все равно каждый человек смотрит в зеркало, простите, и может себя оценить. Нет, ну это и да, я могу оценить, вот Мухтар, вот я, и цену себе я знаю, и могу ее назначить. Это нет, если честно. Согласна. А если обманывать себя, то можно придумать, нет, что-то. Нет, я что интеллект – это и есть духовное богатство. Да, если ты не будешь развиваться, ты останешься вот этой курицей. Нет, тогда понятия несчастный. Надо любить процесс, а не конечный результат. Помните, пример приводил. Мы сели в машину комфортную, Мерседес там, не знаю, сели. Мы едем в Питер, и вдруг нам говорят, мы здесь должны просидеть 8 часов в этой машине, без движения эта машина стоит, а потом дверь открываем, мы в Питере. Ну так, интересно будет 8 часов в стоячей машине просидеть? Нет. Это жутко. А ехать будет интереснее, видите, процесс интереснее. Мы едем туда не только за целью, а еще сам процесс, видите, интересен. Казалось бы, проще же и безопаснее, чем там рисковать на дороге. Сиди 8 часов в машине, а потом открыв дверь, и ты в Питере. Даже мы не хотим оказаться в Питере через 8 часов без движения. Мы хотим процесс. Видите? Поэтому все, что я делал в жизни, в первую очередь, было. Давайте так. Тот мой друг, с кем я там работал на очень черных работах, скажем, и я последние 20 лет. Как я прожил 20 лет? Если взять сразу 20 лет, перепрыгнуть и сказать, вот теперь, конечно, у нас есть разница, мне лучше, я могу спать до обеда, все, а ты вот работаешь, да, это одно было бы.
он сказал бы, знаешь, что он мне сказал бы? Я не стал бы 20 лет жизни тратить, чтобы через 20 лет у нас была разница. А я все 20 лет, как мы с ним вот так разошлись, как бы в направлениях, он остался в своем направлении. Так вот, все эти 20 лет я прожил с таким удовольствием, сколько я ощутил, познал, повидал и насладился, он же этого не повидал. Видите, сам процесс сколько мне дал, а уже результат это вообще ничто по сравнению с процессом. Я поэтому говорю, смотрите, теперь еще одну вещь скажу. Чтобы узнать одно, нужно то-то, а это узнать то-то-то, и получается цепочка, да? Поэтому мы сейчас на этом зациклились, и мы думаем, что это все, и это как-то. Вот у меня уже штук 10 рождалось этих, я не хотел отклоняться, я их старался забыть, потому что мы отойдем от этой темы. Давайте ее доживем, и тогда мы... Давайте, по этой, значит, кто не уверен, что эти три надо вести вместе, развивать в себе? А уже каждую отдельно я вам потом разложу. Мы увеличим, и я их покажу, что это такое. Каждую из них. Давайте теперь я их покажу. Укрупним, да, вот, через стекло. И посмотрим, что это. Все эти три. И как бы вскрытие сделаем им и посмотрим. Из чего они состоят и нужны ли они нам в нашей жизни. Я буду говорить, как я делал. Поэтому все мои мечты сбывались и сбываются. И вы даже удивитесь, о чем он здесь делает, вы сейчас скажете. Что в июле месяце я снимаюсь с Ван Даммом, с Боу Янгом в Гонконге, в голливудском фильме. Но при этом я с вами сижу и нормально. Понимаете, да? То есть, да. Кстати, я уже должен вот так вам показывать. А я что-то еще так нормально. Ну, потом, после Гонконга, хорошо? Как я делал. Вот мне всегда говорят, почему одним все, а другим все остальное. Знаете, если одному все, другому там ничего не остается. Это все одному. И, а я им отвечаю. Если можно не страдать, я бы не пытался. Если можно не платить, я бы не платил. Оглянуться